Я максимально хочу передать через свои видео, и также я пишу статьи, именно вот ту модель, да, через которую прошел писатель и психоаналитик Александр Король. Он через свою информацию передает всем нам вот именно через что он прошел, о смысле жизни, о том, как высшие силы могут вести человека и как может кардинально поменяться жизнь, когда человек вот чувствует вот этот луч, луч самый главный, да, энергетический, который этот проходит. Луч свыше, он сразу вот начинает открывать внутреннее «я». И все старое сразу начинает рушиться, потому что человек открывает свою душу, да, и внутри меняется. Быт начинает рушиться, сразу бах-бах-бах, и все. И сразу человек такой, опа, и в шоке, что происходит, да. Такая была стабильность, комфортность, а тут вот оказывается, вот, связь появилась, и человек уже открыт в таком состоянии, и он слышит уже, да, вот чувствует, и идет уже вот это вот с этим чувством, да, он живет уже сердцем, и он уже пересматривает все, что происходит, вот отстраненно, с отключенными мыслями, после определенных техник, там, практик, все, что его не устраивает в его жизни, перестраивает и отношения, и работа, и вообще кардинально вот жизнь меняется, и не надо этого пугаться, вот, а идти в это новое. И если вы заинтересованы, да, вот, еще больше открыться или проверить, открытый вы человек или закрытый человек, на какой вы частоте находитесь, на материальной или на духовной, можно элементарно проверить вот техникой, которую давал Александр Король в своем первом сезоне духовного развития. Это техника «Смотреть в глаза». Насколько сможете вы долго смотреть вот в глаза человеку? Потому что это вот первый признак, да, открытости человека. Я уже рассказывала, да, что если искать вот с такими настоящими глазами, наполненными слезами, то это вот настоящие глаза любви. А вот когда человек даже идет вот по улице и заглядывает в глаза другому человеку, закрытый человек, он всегда будет отводить сторону в глаза, потому что в этот момент, когда человеку смотришь в глаза, происходит открытие его внутреннего «я». А если он закрыт, этот человек, то ему больно и дискомфортно и неприятно в этот момент. И он всегда будет отводить глаза в сторону или там опускать их. Вот. Потому что материальный человек, он, во-первых, всегда вот идет по улице, да, он же как смотрит, он смотрит, во что одет человек, да, с кем идет человек, там, может быть, обрывки там даже слушает, прислушивается, о чем говорят люди, оценивает все вот так, вот по своему шаблону и умом. А открытый человек, он будет идти и смотреть в глаза, ему не важно, во что одет человек, потому что глаза – это душа. И человек открытый, он всегда смотрит в душу человеку. Александр так и обозначил эту технику, называется она «Ловить глазами». Если вы начнете пробовать так делать, идя по улице, или вы, если едете в транспорте и просто вот смотреть, да, напрямую в глаза людям, то ваше внутреннее «я», гарантирую, будет открываться. Попробуйте на себе, прочувствуйте эту технику. Когда Александр выполнял, сам практиковал на себе вот эту технику, да, ловить глазами, то он ощущал вот внутри себя мощную энергетику, и то же самое чувствовал человек вот совершенно посторонний, да, вот которому он заглядывал в глаза. Идентичная такая эмпатия происходила. Да. Вот писатель Александр собирал все пазлы, элементы чистоты любви,
как включить, да, сердце и что вообще составляет элементы этого счастья. Он тоже вот из мира без ума в своем видоизмененном состоянии вот такую технику людям тоже давал, опять же, в интеллектуальном клубе своем, вот этом первом духовном развитии. Техника очень простая, выполнение требует всего лишь 5 минут. Это нужно сесть, закрыть глаза и концентрироваться своим вниманием в области груди. Просто вот закрыть и внутрь смотреть, вот сюда, и считать до 144. Когда вы досчитаете, посмотрите, что с вами будет происходить. Как у вас там все включится. У вас там появится тепло, жар некоторые ощущают. Ну, не сразу это все, конечно, происходит. Если новички только начинают это экспериментировать, делать, то которые уже более включенные и открытые люди, они сразу это прям реакция чувствуют, да, как будто там куча-куча лампочек, как в гирлянде включается. Что-то прям там такое мощное, да, вот происходит. Когда человек вот в состоянии вот этой вот любви, то тут тоже существуют свои определенные правила, такие же правила, вот как я рассказывала, что они существуют в мире без ума, почти они схожи. И вот Александр рассказывает про эти правила, что нужно, когда ты открытый, да, вот уже на этой чистоте любви, то важно это гулять час вечером перед закатом солнца, слушать музыку и фильмы тоже такие романтические, все про любовь в основном. И также, а наоборот, избегать вот эти вот тупые юмористические все программы. И, потому что вот в этот момент вот, да, человек, он максимально заряженный энергетически, потому что это вот огромная сила, сила любви, это вообще вот внутренняя сила, она исцеляющая даже такая вот сила. И избегать нужно вот просто вот негативных даже людей. Конечно, нужно стремиться, автор говорит, вот попадать в мир людей, да, но более таких вот благоприятных, вот которым у вас душа открыта и хочется с ними общаться. Максимально познавать мир других людей тоже. Но если у вас вот происходит, вы уже там почувствовали негатив, да, то нужно идти и просто отстраняться от таких людей. Также это вот еще он говорит, что нужно человеку вот не делиться этим своим состоянием, потому что когда вам кайфово и классно вот в этом состоянии, вы весь такой заряженный и будете об этом вот кричать вот на весь мир, да, что вот вам так хорошо, то закрытые люди, они все равно вас не поймут. Они почувствуют от вас холод, будут абстрагироваться от вас. Ну, просто до них это не доходит. Они не могут вот это прочувствовать, что чувствуете вы в данный момент, вот находясь на этой чистоте любви. Важно еще вот в этих правилах, что можно писать ежедневник и записывать все, что вот происходит хорошее в жизни, что вам дает заряд вашего настроения, вам вот ваш этот позитив, что создает. И когда вы это будете делать, то внутреннее я будет еще больше разгораться. И еще вот это вот можно писать себе или даже лучше записывать послание в будущее, то есть на видеокамеру снимать себя и говорить там: «Привет, если ты потеряешься в этом мире и закроешься от социума, то вот тебе вот это вот заряженное видео, когда ты сейчас максимально заряженный». Такой вот, такая техника тоже вот от Александра Король, такой лайфхак. Если у вас не получается все это прочувствовать, то
Вывод только можно сделать один, что вы просто не находитесь, допустим, очень часто наедине с собой, или же у вас нет отдельного вот, вашего мира, или же вы живете просто в семье, где вас не воспринимают как личность, а вы там просто всего лишь как элемент. Значит, просто вот опять же совет от писателя, что нужно уединяться, чаще пробовать вот это вот, чтобы прочувствовать эту чистоту. И также можно, допустим, проверить это на себе, уехать куда-нибудь на 3 дня, оставить своих близких и пожить одному. Тогда вы посмотрите, что будет происходить. Или же попробовать поехать попутешествовать куда-нибудь, или же снять комнату в отеле, пожить вот одному, да, и посмотреть, как у вас это все включится. Исключать нужно мысли, также это входит сюда в правила этой чистоты любви, мысли о сексе, мысли о деньгах, мысли о всем материальном. Вообще, чтобы ничего, никакой оценки умом совершенно не было. И самое главное, обязательно должно быть хобби. Хобби, в котором вы будете выплескивать свое внутреннее «я» и выражать свою душу. Чем вы любите заниматься? Это нужно обязательно. Еще в этом состоянии очень важно составлять список того, что тянет вас вниз. Список вот этот вот негатива в вашей жизни, что присутствует, это прям вот нужно по пунктикам разбирать, писать и смотреть, вот да, сколько у вас уделяется времени вот на это, расходуется ваша энергия на весь этот негатив, а сколько вы уделяете внимания на свое вот это внутреннее состояние счастья. Если вы будете соблюдать все эти правила, да, и находясь на этой чистоте без ума, смотреть вот, допустим, тот же мультик «Король лев», это, кстати, элемент чистоты любви, и вас будет крыть, вы будете плакать как ребенок, то я вас поздравляю, вы включили свое сердце. Еще такой вот фильм, это «Капитан Крюк», который тоже давал нам Александр. И он тоже, кстати, очень классно включает. Выполняя все эти техники с энергиями, да, вот, которые я передаю по включению сердца, они вроде бы вот простые, или даже вот техника вот это ловить глазами, да, проверить свою открытость. Это работает так, что вы просто вот расширяете свой диапазон внимания. Это выглядит так. Если вы нарисуете кружочек на тетрадном листке с 5, допустим, рублей и разделите на 2 части. Одна часть темная, другая светлая. И вот когда вы выполняете эти техники, ваш кружочек становится полностью весь светлый. Но это все круто и классно, да, но вот, допустим, я вам даю элементы, да, эти все, вот через информацию Александр Король, а вы, допустим, да, не становитесь мной, потому что мой кружочек, вот, еще больше, чем ваши 5 рублей. И вот задача, да, вот каждого человека вот так вот делать этот кружочек все больше, больше, больше эти границы, вот эти расширять, делать чистым этот кружочек, и только так вот становится сильный дух и отпадает всякая шелуха ума. Ведь если выполняя вот эти вот все техники, да, вот они же элементарные, простые, гулять час перед закатом, фотографировать себя, там, смотреть на свои глаза, наблюдать за собой, да, потом вот делать эту технику глаза в глаза, которые перечислили, делать техники с управлением своей энергией, потом гулять, вести ежедневник, допустим, да, как я сказала, быть на этой чистоте любви, включать свое сердце, и просто очень-очень-очень кардинально поменяется жизнь. Вот просто вы будете сами в шоке, все, что будет происходить вообще в вашей жизни. Всех благодарю за внимание.